нас примеры представлены стенные газовые котлы, итальянская линейка. Далее последний котел в этой линейке — это производство Китая, серия Fortuna. Далее у нас представлены напольники серии Pegasus, это итальянское производство. И, соответственно, Скажем так, традиционные котлы все три выпускаются сейчас в Китае. Нет, смотрите, последний — это Fortuna серия, производится в Китае, и, соответственно, электрический котел — это серия LED, она также производится у нас в Китае. А вот второй и третий — это производство Италии. Все Италия, да? Это да, конденсатники в основном. Ну и, соответственно, напольник серия Pegasus. Это тоже из Италии. Техническую информацию можете получить от наших консультантов. Это либо Виктор, либо Юрий, как раз он сейчас консультирует ребят. Да, конечно. Носик стоит сзади у него, композит, и вот как раз таки этот блок, это сведение, цена блока, ну как бы, смысла не поменяли, но это было не на ферро. Когда у нас этот год обошелся на котлам, как мы его хотим поставить? Потому что опять-таки неизвестно, что и чем. Не, ну чтобы пол котла и только на замену. Это было у нас на, сейчас на весь 40 тысяч котел, 16 тысяч рублей. Это у меня аналогично было с Гошем. Я очень удивился. Теплообменник первичный нужно было заказать, потек. Критично вообще. Это и о знакомой, ну как бы, может, 4000. И что-то там получилось в районе почти под 30-х квадрат. Именно как бы в часть. У нас так было тоже. Вот было это, то есть это то, что было сразу, нас сорвало воздухоотводчик, как вся балда летела. Только вот думаем, сейчас котел запустим, поменяем, а что там еще попало. И не стали экспериментировать, купили новый котел, там что-то 38-40. Этот, запчасти, этот остался просто в запчасти, чтобы на датчике поумолили. А здесь нет. Чего нет? А, нет, здесь жалейка. Я сейчас смотрю корпус всего мира. Корпус, да. Это чисто корпус, он в виде пластика. Да. А, значит, смотри, это цельнотянутая бесшовная труба. Нержавейка, причем производство наше, это не чье-то. Значит, причем здесь ее видно с торца, а так она имеет вот такую вот форму. Профиль. Переплюснутая. Да, она сплюснутая по краям и, соответственно, она довольно длинная. Проток в ней, например, раза в три больше, чем в таких же спиралях коллекторной сборки. Вы знаете, есть теплообменники коллекторные. Это моноспираль. А по гидравлике сколько она съедает-то метров с насосом? Ну, вы знаете, она много не съедает, она широкие протоки. Она вообще... Потери есть везде. Параметров? Ну, можно поискать. В инструкции скажите. Для инструкции это неинтересно. Вы когда-нибудь видели потери давления, например, в традиционном котле? Иногда пишут, метр, два метра, очень редко. Ну, прям метр. Иногда. Очень редко. Доли метра. А здесь еще меньше, потому что она широкая. Хоть и длинная, но широкая. Вот. Дальше, значит, вот этот полукруг, он там внутри, это горелка. С виду дуршлаг. Но настолько чисто идет горение, что этот класс по окислам азотов шестой. Для сравнения, у традиционных третий.
У большинства конденсационных котлов пятый. У нас шестой. Да, здесь четверки. То есть там сейчас, если не ошибаюсь, 56 миллиграмм на киловатт. Что? Потом вчера буквально нам тоже рассказывали, что якобы было их 5, сейчас или 6, и некоторые котлы получают. Я про 6 еще даже не слышал. Ну вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Значит, это теплообменник вот этих двух котлов. Значит, это... Он же, да. Вот этот котел, да, две мощности, 24-34. Есть двухконтурный, есть одноконтурный. Значит, особенностью этого котла является то, что он контролирует пламя постоянно. И получается такая история. Вот смотрите, вот тоже котел, да? У него клапан с механическими настройками. Там клапан с электронными настройками. Здесь, если вы его повесили, сделали дымоход, вы обязаны его настроить. Лезть с газоанализатором и пошли-поехали, кто как умеет. Здесь ничего этого делать не надо. Значит, здесь он контролирует в каком-то диапазоне. Допустим, вот остановимся на СО2. Вот какой диапазон СО2 у него допустим? Причем, если он вышел из настройки, то он этого знать не знает. Вот этот постоянно контролирует, причем не диапазон, а точку. Вот сказано, например, 8,4%. Вот он 8,4 так и будет. За счет чего? За счет того, что кроме того, что воздух может меняться за счет скорости вентилятора. Предварительное смешение газового. Ну, оно на всех. На всех котлах предварительное полное смешение. Вот. Но этот, кроме того, что может воздухом управлять, он может еще и газовым клапаном управлять. Вот это как мы настроили, так он и будет вытягивать. А тот газовым клапаном подправляет. И все время держит точку. То есть тут очень чистое сгорание. А как он осуществляет этот контроль? По токоионизации. По токоионизации. А значит, эти вот четыре модели у нас, это только одна модель. Если вы, наверное, по температуре отводящих газов. Вы знаете, ну это уже... побольше. Главное по току ионизации. Значит, только одна модель, 45 кВт. Чисто одноконтурный котел. Если здесь одноконтурный получен путем кастрации двухконтурного, то есть выдрали из него вторичный теплообменник, датчик протока, датчик температуры, все, остальное все осталось. И трехходовой остался, и расширительный бак остался, все это осталось. Здесь ничего этого нет. Здесь вот один контур есть, и все, больше ничего. Ну, про насосы вам интересно послушать? Чем они отличаются от обычных насосов? Частотники. Ну, знаете, что такое частотники? Ну, тогда и нечего рассказать. А это что-то более мощное? Это да, это более мощное. Значит, 5 моделей от 60 до 150 киловатт. Это котлы, которые сами по себе могут работать, а могут стоять в составе каскада. Причем с встроенной каскадной автоматикой. Вы вешаете рядом еще три котла, соединяете шлейфом там провода, и как вы их подсоедините, так они поймут, что один из них ведущий, остальным все ведомые. И этот начинает рубить. Теплообменник силу мира. Теплообменник силу мира. Пробки на замерзание как раз таки выдавливаются. Так понимаешь? Ну, смысл один и тот же. Да, надо почистить, сняли вот это, сняли поддон, и вот перед вами объект для работы. Например, почистить. От каскада. Что-что? Ночной старт, все я вижу. Ага. Вот таким вот образом. Интересненько. Значит, есть еще один котел, который мы проскочили мимо, это электрокотел. Свечи одна накопленная. А, земля накопленная? Да, почему? С электрода, да, сам для себя. Я имею в виду, как он осуществляет контроль пламени? Нет, ребят, контроль пламени. Значит, тут, значит, раз-два. Это розжиг. Походу дело просто отсняли. Розжиг и... Он, по идее, должен тоже сбоку. Значит, получается такая история. Сам только что увидел. Значит, здесь один электрод.
Второй – это земля. Он же и розжиг, он же и контроль пламени, да. Ага. А там просто земляной торчит, чтобы искра била именно вот между ними, а не абы куда. Кстати, раньше так на котлах, на традиционных ставили, тоже ставили второй ряд земляной электрод и било между ними. Но, может, я просто не пересекался с такими ханеговскими блоками. Чтобы был один электрод? В Баксяшке начали модель, то, что один электрод, там же ионизация. Не спорю, но блок ханеговский, по-моему, такой же, как на 16-х протермах, и там должен быть провод. Ну, тогда скажу так. Вот этот котел я сам первый раз увидел 2 дня назад. Инструкции на него пока еще не сделал. Я не спорю. Нет, ну, по-моему, так вот, как я сказал. Ну, посмотрим. Я тоже это дело посмотрю. Вот это интересно, так как он пока работает непонятно, интересен сам теплообменник. Ну, сейчас многие подумают. Обычно силуминки идут в мощных уже таких. Под каскады в больших мощностях существуют. Редко. Ну, редко-редко. Я видел 24 киловатт. В бытовом сегменте такой теплообменник. Ну, это не совсем бытовой, 60 киловатт. Это минимум. А максимальный 150. Это уже как-то бытовым не пахнет. Магазины какие-то, площадя. Да, еще и в каскадах. Ну, понятно. Надо взять. Там возьмем. Расскажите нам. Где-то я вас видел. Видели, наверное. Ну сейчас, ребята, дайте. Подождем. Да, мы уже, в принципе, все. Удачи. Электро, да, это вот котел. Просто мне интересно, скажем, как это котел, который уже много лет назад. Что в нем изменилось, или это просто представляется модель? Так, вопрос такой. Да, давайте. Как бы этот котел, насколько я понимаю, много лет на рынке. Ну, я про много... Я в том плане, или что-то, какие-то изменения произошли. Объясни. Значит, за основу этого котла был взят котел Дива. Ага. Да. Все. И все. Это практически Дива. Если вот я точно знаю одно отличие. Значит, гидравлические группы те же самые пластиковые, mm-hmm. но раньше, например, байпас был сделан таким образом. Из трехходового растет хвостик, там mm-hmm. обратный клап, а потом идет трубка оттуда, а шло туда. Mm-hmm. И кран подпитки тоже сикстанск стоял. Вот сейчас чья светлая голова догадался, зачем нам эта трубка, когда у нас эта трубка уже есть, от первичной группы вторичного теплообменника. Остался соединить только выход на отопление с выходом на ГВС через байпасный клапан. И вот у того котла, если посмотрите сбоку, с той стороны, там вот черная такая штука вертикальная. Вот это байпас и есть. Он соединяет два выхода трехходового крана. Вот, а так это та же самая идея, даже внешне. А электроника? Ну, электронику там со временем все время подрабатывают. Даже в этом котле, значит, было 10 параметров, появился 11. Причем параметр довольно интересный. Значит, вы знаете, есть вот, когда котел перегрел и выключился, дальше нужно ему определить, ему сообщить, когда ему снова включаться. Либо по температуре, он насколько-то ниже стал, он включился, либо по времени. Время прошло, он включился. Значит, так вот, 11 параметр сюда ввели. Вот это вот температурная задержка регулируемая. Понятно. Китайцы очень любили всегда ставить эту задержку 15 градусов от надо. Это очень много. Мы им говорим, сделайте 5. Они мало того, что сделали 5, они еще и параметр регулируют. Хотите 20, поставьте 20. Замучили. Да, замучили, знаете, по полной программе. Это уже вот то есть все время это происходит. Это уже что-то интереснее, да? А, значит, это белорусы. Ага. Да. В прошлом году сдали, закончили строительство завода, и сейчас налажено уже производство. Производят эти котлы и производят электровоззагреватели. Значит, здесь все китайское. Здесь тоже все китайское, кроме насоса и газового клапана. Те европейские. Вот, белорусы, значит, стеной встали за то, чтобы были латунные блоки. Ладно, пожалуйста. Есть латунные. Кому нравится пластик, вот кому латунный. Котлы практически одинаковые, отличаются вот только этими вещами, которые я сказал.
Все настройки, автоматика работает, все одинаково. Это эконом-класс, у него погодозависимой автоматики нет, а его панкарма нет. За не надо быть. Теплообменники первичные. Медные, да. Медные. Ну, как у всех. Это чисто Италия. А. Это итальянский котел. Значит, тоже, кстати, новая. Ну, новая модель. Была до этого тоже, она называлась Divotech D. Сейчас она, значит, если она раньше звучала так, Divotech F24D. Это был один котел. Теперь он называется Divotech D24. Это вот уже вот этот котел. Он отличается своими гидравлическими группами. Без присостава. Да, он без присостава. Сколько он мне проблем принес. Вот этот без присостата? Да, но именно который Divotech D. Не знаю. Все может быть. Сама-то идея хорошая. Идея хорошая, но очень придирчиво к длине коксиалки. Очень вот придирчиво, да. Если по паспортным данным написано образно там до 5 метров, максимум 2 метра ставишь, а дальше начинает глючить по такой ионизации. Ну, это в моем опыте. Печально. Печально. Но у кого-то может работать. По-любому ушли от присостатного удаления. А это бедолага, он всем, наверное, тут может дороже. Быть, если мне память не изменяет, здесь его вообще нет, и контроль только ионизации, да. Вот если поставить бы какой-нибудь еще датчик, чтобы, ну, скажем так, два уровня контроля было, датчик температуры отводящих газов, может быть... У вас лучше не станет, а проблем в два раза больше. Может быть. Ну и хотелось бы услышать про электрокотел. А, значит, модели от 6 до 28 киловатт. Вот у нас в прайсе почему-то 24-й котел, последний. А есть 28 киловатт. После недавно увиденного задам вопрос. Давайте. Одноконтурное или двухконтурное? Одно. Но с возможностью подключения бойлера. Тоже для бойлера надо, значит, трехходовой сервоприводом, датчик бойлера, все это надо еще докупить. Вот, но котел сам уже готов к управлению всем этим хозяйством. Ручка отопления, ручка разгибается. Угу. По сравнению, допустим, с тем же скатом. А мне, например, нравится панель управления. Да. Ну, согласен. Вещь. Там что-то такое маленькое, такое. Хотя еще не видел, что там. Да, значит, это, да, значит, тут целая цветомузыка. Температура, значит, показывает комнатную температуру, сам по себе показывает. Причем у него датчик, который занимается только тем, что показывает сюда температуру. Все. Вижу. Да. Значит, дальше, уличную температуру показывает. Ну, если уличный датчик подключите, значит, я специально снял. Вот колодочка, к которой подключается трехходовой кран, подключается уличный датчик, подключается комнатный термостат и подключается датчик. Все это вот сюда. Значит, здесь от 6 до 9 киловатт две вот такие сборки стоят, в сборке 3 терна. Здесь уже от 12 до 28 4. А значит, у них какая есть? Есть возможность установить максимальную мощность путем отключения одной из сборок. Там одна сборка отключается, потому что их всего здесь одна, две или три. Значит, те, которые маленькие, от 6 до 9 кВт, трехфазные можно подключение, а можно и однофазные. Вот туда провода подключаются, он будет видеть L1, L2, L3 и N. Mm-hmm. Вот туда все. Когда однофазную подключаете, то, значит, допустим, пошла она на L1, а потом между этим вы перемычки ставите и запитываете все три. Почему? Потому что вот эти вот клеммы, они напрямую идут сюда, на релюшке. Релюшка замкнулась и идет на тен. Все, весь путь. Вот. Если вы одну из перемычек не поставите, у вас будет работать только... Сразу спрошу, в комплекте нет этой перемычки? Есть. Она входит в комплект. Вот. Дальше. У него есть модуляция мощности. Он когда разгоняется, он через 5 секунд включает один за другим все тены.
Потому что, вы сами понимаете, электричество, оно медленнее разогревает, чем все остальное. Но когда он подходит уже к заданной температуре, он по одному начинает включать. И выходит на заданную температуру на одном тайминге. На минимальной скорости. Вот, дальше. У него есть так называемая ротация тена. Он включается первый, второй, третий, четвертый. Надо отключить, отключил первый. Надо дальше включать, включает пятый. Надо отключить, включает этот. Дальше включает. И по кругу вот так вот гоняется друг за другом. Включение, отключение. То есть не было чтобы такого, что один тен все время включается, все время работает, а остальные с очками. Ну, чтобы они все примерно одинаковое время работали. Вот. Значит, раньше этот, практически этот же котел шел под названием «Зевс». Значит, были нарекания. И они в этом котле устранены. Значит, например, в «Зевсе» внутри находился автомат защиты. И если он, не дай бог, его выбило, то надо все это дело снимать, чтобы его включить. Мы решили, готовы, взяли и убрали. Второе. Стоял контактор очень шумный. Уж как хлопнул, так хлопнул. И при этом одновременно включались все тены. Тоже там рюшка, хоть она и тихо срабатывает, но когда их 12 штук, брррр, слышно. Сделали это по очереди, поставили менее шумящий контактор. Вот. Но главная была причина недовольства – это тены. Тены очень часто выходили из строя. Индикации выхода из строя тена нет. Люди жалуются на то, что котел раньше грел, а сейчас не греет. Вот. Значит, тены заменили. Поставили более надежные, более менее нагруженные тены, скажем так. Они длиннее. При той же самой мощности получается плотность тепловая меньше. Вот, собственно, все. Прокатил. Неудобно расположено. Подключение? Подключение. А, снимаете, подключаете спокойно. Ну, здесь, к сожалению, чем, нельзя все расположить. Здесь то же самое и с тенами, если возиться, получается, тоже снимается. Понимаете, это у всех. Нет, есть кого-то снизу. При монтаже не менее 50 сантиметров. Наверное. Слушай, значит, тен не вытащишь. Ну, а напольный? Напольник. Значит, не помню, Бог уже говорил. Нет, ну, на всякий случай скажу еще раз. Значит, в 2015 году в компании Ferrari произошел спад. Умер хозяин. Ну, знаете, когда хозяин умирает, остаются там вторые лица, третьи, то уже уважение, уже и субсидии. Там, ну, что, короче, проблема начинается. Вот, сейчас это все наладилось, пришла другая команда, разобрались с личным составом, разобрались полностью с линейкой настенных котлов, все абсолютно новые, а вот эти оставили старые. Почему? А к ним никаких претензий нет. А от добра добра не ищу. Если товарищ работает хорошо, пусть работает. Значит, раньше у нас вот эти вот котлы шли 23, 32, 45, 56 киловатт. Значит, потом сделали так. Вот эти первые три, 23, 32 и 45, заменили на вот эти котлы. Они отличаются от предыдущих автоматикой. На тех котлах была автоматика простейшая, построенная на термостат. Ну, знаете, наверное, как. Рабочий термостат, защитный термостат, такой термостат, так далее. Сюда поставили автоматику, соизмеримую с автоматикой настенных котлов. Если к тому котлу надо было, для того, чтобы, допустим, рядом поставить бойлер, еще докупать дополнительный этот блочок управления бойлером, то здесь он уже есть. Подключаете датчик, подключаете насос, все, котел готов. И управление, само собой, тоже там есть. Вот, он не намного дороже стал, чем тот с простой автоматикой, но зато по функционалу он значительно лучше. Он... Да, 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 один, значит, из них отопление, другой да, горячая вода, я уж не помню, что такое, где. Вот. Уже было и нарисовано. А когда оно светиться будет, да, когда вы включаете, оно будет светиться. Вот. Значит, есть более мощные котлы, но те, у тех уже простая автоматика. И они что более мощные. Горелки, скажем так, ну, сама. А я уже не стал делать. Как греки говорили, смотри. Датчик давления, да? А, нет. Датчик давления, скорее всего, минимального. А, да. Все правильно. Да, все правильно. Это же котел с умной головой. И электронный же манометр получается. Да.
Это электронный манометр. Значит, здесь нет предельного термостата. Его функцию выполняет сдвоенный датчик ATC. Ну, сейчас многие так переходят, потому что это надежно. Сработает термостат, не сработает, не полностью. А датчик вообще в два раза дороже, наверное. Датчик-то все равно. Ну, он нужен, но это надежнее. Вот представьте себе, допустим, идет у вас повышение температуры. Я имею в виду датчик ATC, он все равно же стоит. Да, датчик этот стоит, это все равно стоит и что-то. Ну, а раньше как оно было? Значит, температура пошла увеличиваться, датчик показывает тебе увеличение, дошло до порога, котел выключился. А сработает этот термостат, не сработает, никто не знает, потому что он стоит уже много лет замкнутый. Может, он закис весь в себя. А тут сразу видно, что если датчики два, они постоянно в работе. И он, они понимают, что если уж пошло, то точно пошло. Может, это... Два датчика? Он сдвоенный. А, сдвоенный. Да. Ну, получается, здесь? Четыре провода к нему поставлены. Нет, ну это обычный. Просто обычный. Да, это просто перекрытый. Так, подождите, подождите. Вот я сказал, а теперь сам сомневался. А не он ли это? Ну, как бы другого здесь не видно. Да. Потому что если датчик давления, то он вот это должно быть, да, значит, 4 провода должно быть. Похоже, датчик, на, похоже на правду, что там 4 провода. Да. Знаете что, вы чуть попозже подойдите, я вот эту крышку снимаю, башню уже просто. Хорошо, хорошо. Сейчас сразу иду. Да не важно. Нет, самому интересно. Ну, спасибо. Да, не за что. Спасибо. Спасибо за...